Привет, любители компьютерных игр! Если вы находитесь в поиске игр, максимально приближенных к реальности, тогда сегодняшняя подборка именно для вас. Я собрал самые реалистичные игры на ПК, в которых геймплей имеет много общего с действительностью. Так что, возьмите мышку в свою правую ручонку и тыкните, пожалуйста, на лайк. Green Hill – хорошо исполненный и динамичный симулятор, где ты будешь бороться за свою жизнь, справляясь с различными испытаниями и препятствиями на пути к поставленной цели. А здесь ты по-настоящему сможешь проявить свои навыки выживания, тем самым показывая, как ценно тебе то, что ты имеешь. Ты должен включить свое логическое мышление и смекалку на полную катушку, и только эти два аспекта позволяют тебе максимально эффективно справляться, получив положительный результат. Ты сыграешь роль простого путника, который отправится навстречу своим приключениям, но он еще не знал, какие сложности его ожидает. Все дело в том, что вследствие определенных обстоятельств он попадает на территорию Амазонки, где и начнутся основные действия игры. Он понимает, что здесь он совершенно один, а вокруг него небезопасно. И теперь он должен сделать все возможное, чтобы найти выход из этого злополучного места. Для начала отправляйся на разведку, чтобы изучить территорию и раздобыть хотя бы парочку полезных предметов. Тебе нужно обеспечить себя пищей и водой и безопасным убежищем, которое сможет защитить тебя от воздействия внешних факторов, будь то погодные условия, либо сторонники дикой природы. Дикие звери и жуткие болезни выступают для тебя главными соперниками на этапе выживания. Поэтому у тебя всегда должно быть в наличии боевое орудие, а также необходимые медикаменты в случае заражения. The Hunter Call of the Wild – самый динамичный и самый реалистичный в наше время симулятор охоты. Здесь все продумано до мельчайших деталей, а также мир максимально реалистичен, что позволит тебе почувствовать себя в мире, где ты будешь вести охоту на самых разнообразных представителей животного мира. Игра может порадовать своими звуковыми эффектами, а также физикой действий, что значительно дополняет крутую атмосферу. Ты попадаешь в огромный мир, площадь которого превышает 13 тысяч гектаров земли. Каждый кусочек содержит в себе огромное количество животных, на которых тебе и предстоит охотиться. Каждая животное имеет свой характер поведения, поэтому будь максимально внимательным, чтобы самому не стать жертвой. В твоем арсенале будет находиться самое разнообразное оружие, включая винтовки и ножи. Броди по лесам и пустыням, отыскивай дополнение к арсеналу, старайся действовать максимально тихо, чтобы не спугнуть свою цель. И тогда ты сможешь стать лучшим в мире охотником. Kingdom Come Deliverance – захватывающая ролевая игра на тему средневековья, где ты сможешь почувствовать себя настоящим гладиатором и отправиться на поле боя, сражаясь с врагом один на один. Эта игра предоставляет для тебя массу возможностей. Иди куда хочешь, делай что хочешь, выполняй миссии в удобном для тебя порядке. Здесь ты можешь не только вести боевые действия со своими соперниками, но и стать работником одной из многочисленных профессий отраслей того времени. Игра также является поучительной, ведь здесь переданы истории, которые существовали на самом деле. Ты сможешь оставить все как есть, либо изменить ход событий. Все зависит только от твоего решения, но будь максимально внимательным. Здесь ты можешь стать как на сторону зла, так и на светлую сторону. Будь беспощадным бандитом или величественным воином. Решать только тебе. Bemenji Drive – игра, созданная в стиле гонок, где у тебя не будет никаких ограничений. Но не все так просто. Дело в том, что здесь основа заложена на физике действий, ведь каждое столкновение твоего автомобиля с каким-либо препятствием значительно скажется на его как внешнем, так и внутреннем состоянии. Модель повреждения сделана очень реалистично. Сюжетной линии ты здесь не встретишь, но зато у тебя будет полная свобода действий. И езжай куда хочешь, и делай что хочешь. Перед твоим выбором окажутся самые разные по типу модели машин, которые ты сможешь испытать на всевозможных гоночных трассах. Твоей основной задачей будет разбивание железных коней, выталкивая их в различные камни, деревья и здания. Графика достаточно простая, но очень реалистичная. Исследуй огромный мир, поколеси по разнообразным локациям и разбивай все, как только ты пожелаешь. The Long Dark – очередная компьютерная игра, которая включает в себя довольно популярную тему выживания в диких условиях. Ты попадаешь в глубину Северной Канады, где царит вечный холод. Твой главный герой передвигался по воздуху на самолете, но вдруг что-то пошло не так, и твой авиалайнер терпит крушение в неизвестных землях. В живых остался ты и еще несколько людей, и теперь тебе предстоит сделать все возможное, чтобы сохранить себе жизнь и вернуться домой. Тебе предстоит ходить по местности в поисках полезных ресурсов, а также строить безопасное убежище, дабы всякие твари не смогли до тебя добраться. По ходу игры ты сможешь встретить на территории и других выживших, но не все будут настроены враждебно. Веди охоту, собирай предметы и строй дом. В игре у тебя есть масса возможностей, а приложив некоторые усилия, ты несомненно справишься со всеми проблемами.
Project Zomboid. Игра на тему выживания, где тебе нужно находить любые способы, чтобы не подвергнуть главного героя нападению со стороны кровожадных ходячих мертвецов. Огромный открытый мир ждет тебя, но в то же время он будет очень опасен. История поведает тебе о вымышленных небольших городках под названием Молград и Виспойн. Здесь ты будешь не один. Здесь есть и другие выжившие, которые также хотят сохранить себе жизнь. Вы сможете объединить усилия и создать все условия для того, чтобы ваши города стали безопасны. Для того, чтобы добиться своей цели, ты будешь выстраивать различные укрепленные здания, в том числе и жилища, а также займешься поиском полезных предметов и ценных ресурсов. Но не забывай создавать мощное оружие и оставлять ловушки, которые помогут тебе справиться с зомби. С каждым днем конец света будет приближаться. Чтобы устранить эту опасность, нужно постоянно строить, улучшать и создавать. Evelyn Table Tennis VR можно объединиться с другом для того, чтобы соревноваться по интернету онлайн, участвуя в напряженных дуэльных матчах. Настольный теннис или же пинг-понг создан специально для виртуальной реальности, поддерживающей такие VR-шлемы. Еще никогда настольный теннис не ощущался столь реалистичным и максимально интерактивным. Позволяет играть в одиночку против искусственного интеллекта или же прокачивать навыки в режиме тренировки. Однако возможность бесплатной сетевой игры в Evelyn Table Tennis VR предлагает проявить себя в мировых чемпионатах, соревнуясь с людьми со всего мира. Сетевая игра позволяет присоединиться уже к созданному лобби или же пригласить участников в свое созданное лобби, открыв новое соревнование или организовав чемпионат. Мультиплеер представлен дуэльными матчами один на один, где два игрока соревнуются и показывают свой скилл. Побеждая, начисляются баллы, помогающие продвигаться по карьерной лестнице в виде глобальных списков лидеров. Система матчмейкинга подбирает соперников, исходя из уровня или скилла игрока. Представлен даже голосовой чат для легкости взаимодействия между участниками во время матч. Microsoft Flight Simulator – игровой проект, разработанный в жанре симулятора, где ты отправляешься покорять небесные просторы. Добейся успеха в любимом деле или стань лучшим из лучших. Возьмись за исполнение роли пилота, который будет выполнять различного рода задания, чтобы стать профессионалом и покорить небо всего мира. Одним из положительных аспектов данного приключения стоит отметить его графическое исполнение, проработанное до мелочей и способное погрузить игрока с головой в реалистичную атмосферу. Более того, игра предоставит возможность отлично провести время в нескольких режимах, каждый из которых уникален и интересен. Один из них поможет тебе просто расслабиться и насладиться окружением, когда другой потребует внимательности, смекалки и логического мышления. Стоит отметить и масштабный выбор самолетов, на каждом из которых игрок может полетать, изучая элементы управления. Продумывай действия наперед, добивайся положительного результата в той или иной миссии, и тогда ты точно сумеешь стать лучшим в своем деле. Workers and Resources Soviet Republic – оригинальная игра в стиле стратегии, где все действия происходят в режиме реального времени. Здесь у тебя будет возможность самостоятельно с нуля развивать огромный мегаполис, делая его многофункциональным и масштабным. Время игры отправит тебя во времена СССР, поэтому законы и правила здесь сильно отличаются от сегодняшнего времени. Все, что ты увидишь в мире, куда отправишься, будет напоминать тебе Советский Союз, начиная от автомобилей и заканчивая зданиями. Для начала ты можешь создать небольшой мегаполис и взять под контроль все аспекты его деятельности. Затем смело принимайся за развитие своих владений, чтобы в конечном итоге добиться положительного результата и создать настоящую республику. Ты будешь контролировать экономику государства, инфраструктуры, инвестиции, поставки продуктов и полезных ресурсов, а также заботиться о боевой готовности, чтобы смело дать отпор врагу. Особое внимание тебе нужно уделить именно транспортной отрасли, которая поможет тебе обеспечить хорошую логистику и развить другие сферы правления. Стоит быть внимательным к каждому пункту, а также не забывать следить за жизнью населения, чтобы оно было комфортным и безопасным. PC Building Simulator – трехмерная игра в стиле песочницы, где все действия будут происходить с видом от первого лица. Проект основан в стиле симулятора, где тебе предстоит собирать персональный компьютер. Для начала тебе необходимо отправиться в магазин, где ты сможешь приобрести все необходимое для достижения поставленной цели. Как только все необходимые компоненты будут в наличии, тебе нужно их правильно установить в системный блок, чтобы в дальнейшем компьютер работал без сбоев. У тебя будет туториал, где ты сможешь ответить на все возникающие вопросы, связанные со сборкой. Игра представляет тебе возможность стать самым настоящим компьютерщиком, где ты сможешь не только отлично провести время, но и пополнить свои знания в этой области. Отправляйся в технический мир, который максимально продуман и реалистичен. Ты сможешь стать самым настоящим профессионалом своего дела, чтобы исполнять поставленные задачи как можно быстрее с наименьшей затратой времени. Графика довольно простая в своем исполнении. Основной акцент был сделан именно на физику действий. Вот в такие игры вы можете поиграть, чтобы максимально приблизиться к реальности. Дайте мне знать, что вы думаете по поводу этих игр в комментариях. Спасибо, что уделили свое драгоценное время. До новых встреч и всего хорошего.